как быть прекрасной женой и чем заниматься, пока не замужем? На самом деле, два вопроса от одной женщины. Но эти два вопроса, они сильно взаимосвязаны. Потому что какая главная черта, какое главное качество, которое должно быть у женщины, у мамы, у жены? Мы каждую пятницу вечером читаем «Эшет Хайл». Как найти прекрасной женой? И мы читаем, как царь Соломон говорит, что кто есть правильная женщина? Жена – это мама, которая заботится о детях, которая помогает мужу, которая все время творит добро. Это есть главное качество, которое должно быть у женщины. Мы видим, что наших праотцов, когда искали себе жену, они искали именно женщину, которая творит добро, которая помогает, которая занимается благотворительностью. Это для них было самое главное. Именно доброта – это главное то, что они искали. Почему? Потому что еврейский дом основан на добротой. Как мы всегда говорим, что ты не даришь и не помогаешь, кому ты любишь. Наоборот, ты любишь того человека, кому ты помогаешь. И мы это видим именно у наших мам. Именно потому, что они заботятся о детях даже до рождения, 9 месяцев, и после рождения, каждый день, каждый час. Именно потому, что они столько дарят им, поэтому они так их любят. И это есть главная черта, которая должна быть у женщины. Это доброта, желание помочь, заниматься милосердием. И именно на это построен правильный еврейский дом. И спрашиваешь, что делать, пока не вышла замужем? Очень похоже. Нужно заниматься добротой. Нужно раскрыть доброта, которая есть внутри каждого. Когда мы помогаем нуждающимся, заниматься каким-то проектом, связанным с детьми, которые нуждаются, или дать кому-то комплимент, или творить добро. Именно этим мы раскрываем добротой, которая находится внутри нас. И тогда уже мы готовы построить правильный дом, где мы увидим все время эти дары, эта доброта и, самое главное, любовь. Потому что того, что мы дарим друг другу, счастье, помощь, поддержка, от этого мы начинаем любить по-настоящему. Дай Бог, чтобы скоро у тебя так же было. Раскрой доброта, которая есть внутри себя, и увидишь, что ты скоро так же выходишь замуж и построишь дом, основан именно на добротой.